24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24, это всем известно в целом мире. Дважды 24, дважды 24. Вокруг. Слышите, как быстро смолкла речь? Это о царице всех наук математике пойдет сегодня речь. Не случайно ей такой почет, это ей дано давать ответы, как хороший выполнен расчет для постройки здания ракеты. Ученики школы Усмунг выступили на сцене Дома культуры РАУ 16 декабря в рамках мероприятия «Математика царица всех наук». Хоть ты смейся, хоть ты плачь, я не люблю решать задач, потому что нет удачи на проклятые задачи. Может быть, учебник верный, может быть, таланта нет, но нашел я способ верный сразу посмотреть в ответ. Вот один единица, очень тонкая, как спица. А вот эта цифра 2, полюбуйтесь, какова, выгибает бойко шею, волочится хвостами. А за двойкой, посмотри, выступает цифра 3, тройка третья из значков состоит из двух крючков. За тремя идет 4, острый локоть, одна пыля. А потом пошла писать по бумаге цифра 5. Руку вправо протянула, ножку круто изогнула. Цифра 6 вернулась, замочит сверху крюк, внизу кружочек. Очень мелко качает, а у нее одна нога. У восьмерки 2 кольца, без начала и конца. Цифра 9 и 9, цирковая, но пропад есть, надо узнать. Цифра 6, 9 встанет. Цифра вроде буквы О, это ноль или ничего. Круглый ноль такой хорошенький, но не значит ничегошеньки. Если слева рядом с ним единицу примастим, он побольше станет весить, потому что это 10. С нулем единица сразу в 10 превратится. Прекратили цифры смех. 50-ка больше всех. Вот сидит она на троне, в новой золотой короне, даже гордой 9. Свиту к ней пришлось идти. Эти цифры по порядку запишем в свою тетрадку. Я для каждой сейчас сочиню тебе рассказ. Небо взлетит, надо многое знать, надо много уметь. И при этом, и при этом, математика очень важна. По праву в стихах достойны быть воспеты о свойствах корней теоремы Виета. Что лучше, скажи, постоянство такого. Умножишь на дробь, и корни же готовы. В числителе Б в знаменателе А. И сумма корней тоже дроби равна. Хоть минусом дробь это, что за беда? В числителе Б в знаменателе А. Мы продолжаем вечер, посвященный науке древности седой. Всех математику влюбленных мы приглашаем за собой. Знаем мы, что надо знать, математику на 5. Без нее не стать банкиром и геройским командиром, бизнесменом, инженером, продавцом, миллионером. Знание плюсы нам сулит, а не знание нули. Все науки хороши для развития души. И вы сами все вы знаете, конечно. Для развития ума математика нужна.
Ребята представили интересные наглядные сценки не только по арифметике, но и по геометрии. По окончанию выступлений проректор по учебной работе Российско-армянского славянского университета Гагик Саркисян выразил благодарность организаторам мероприятия. Математика Եվ հպարտացեք, որ դուք լավ մաթեմատիկա գիտեք։ Դա ձեզ համար շատ օգտակար կլինի ոչ կյանքի ընթացքում։ Շատ շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին։